Четвертый день изоляции. В Керчи начались рейды по проверке керчанами соблюдения режима повышенная готовность. Полиция сегодня в Комсомольском парке пройдет по дорожкам, посмотрит, сидят ли керчане дома или же гуляют. В случае, если гуляют, на них могут быть составлены административные протоколы. В связи с распространением коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности. С 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Убедительно просим отнестись к принятым в Крыму мерам со всей серьезностью и ответственностью.